участники «Кремлевской елки» ансамбль Локтева. У нас очень интересное задание и миссия. Мы танцуем в разных очень интересных костюмах. Это один из наших костюмов – краски. Мы переодеваемся 3 раза, второй раз мы переодеваемся в кухне, но есть еще и обезьянки. Они очень удобные, очень это все завораживающе. Третий костюм у нас и переодевание – это цветочница. Там очень красивые пышные платья и очень удобные корзинки, и очень красивые. Я очень рада, что меня приняли сюда, и я участвую в этом. В нашей компании есть 3 роли. Это краски, волшебный сон, там участвуют обезьяны и повара, и цветочницы. Я думаю, что мы будем очень сильно уставать после больших количества елок, но вот я не устаю вообще. Реки очень чешутся, какие-то, как у старухи шипокляны. Но так очень красивый костюм. Да. Мы спим много, играем в игры настольные. Очень интересно проводить здесь время. Подружились с гримерами. Да, и с артистами. Мне очень нравится выступать. Я первый раз на елке. Нас, наверное, пригласили из-за того, что девочки в прошлом году наши снимались на елке. Очень хорошо. Их пригласили. Они танцевали феерично, как бабочки. Даже если они танцевали рыбок и пингвинов. Это точно. Из-за этого я люблю выступления, всякие гастроли. И мне вообще здесь очень... После елок вообще будет не страшно выступать в ансамбле там. Да, потому что мы здесь так... Здесь очень много зрителей приходит. Нам даже здесь не страшно выступать. Мы играем иней, школьницы и ловцы снов. Самое сложное, наверное, это все-таки иней, потому что там более сложные движения и очень красивый танец. Нам очень нравится танцевать. Это для нас какой-то проект такой большой, сложный, интересный. Сказка очень интересная. Находясь в одном помещении, я уже запуталась, когда день, когда утро, когда ночь. Просто и еще хотела сказать, что самая сложная роль для меня это, наверное, обезьянки, потому что там очень давит маска на нос и тяжело дышать. Для меня, наверное, цветочница, но не в плане танца, а костюм, потому что очень чешется голова из-за париков. Счастья, здоровья, школьникам успехов в учебе, работающим взрослым людям успехов на работе.
вам в новом 2023 году. С Новым годом! Счастья и здоровья в 2023 году! С Новым годом! С праздником вас, дорогие друзья! С наступающим Новым годом! Поздравляем всех! С Новым годом, с новым счастьем! Чтобы у вас исполнялись все желания! Чтобы Снегурочка была везде главным героем! Под Новый год, под Новый год, о чем мечтают люди? О том, что счастье в дом войдет, о новогоднем чуде. Оно отлично каждый год, и в двери постучится, и все, что мы с надеждой ждем, конечно же, чтобы от творчества вы не уставали, а наоборот, любили его все больше и больше. С Новым годом! С Новым годом! Ну, в принципе, на этом все. До свидания.